собрались мы здесь с вами по поводу организации дорожного движения по улице Заводская и улице у нас, получается, Насосный завод. Да. Перекресток улиц Заводская, Чкаловская и Насосного завода – место пересечения потоков машин и пешеходов. В последнее время интенсивность движения здесь заметно возросла. Назрел вопрос об улучшении транспортной ситуации в микрорайоне Гагаринский. Предложение по организации движения администрация обсудила с жителями. Предлагается сделать уширение, то есть дополнительную полосу пустить с улицы Чкаловской, поворот направо. То же самое и до остановки Насосного завода. То же самое за счет обочины. Тем самым мы попытаемся вот этот узел развязать. Жителям их на встрече представляли родительская общественность 14-го лицея, инициативные группы и общественные организации показали предполагаемую схему движения на перекрестке. Ее автор – эксперт по устранению дорожных заторов Андрей Мухортиков, член общественного совета при областном Минтрансе. Жители со своей стороны тоже высказали предложение. Светофор, может быть, было бы хорошо. И светофор было бы здорово и здесь, потому что действительно очень много мелких аварий. Помимо установки светофоров на пешеходных переходах на улице Насосный завод и улице Заводская, жители предложили расширить тротуар на улице того же Насосного завода, а для защиты пешеходов от брызг от проезжающих автомобилей в сырую погоду установить заградительный экран. Другой вариант избавиться от пробок – организовать на перекрестке круговое движение. Озвученные на встрече предложения администрация взяла на проработку. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.